Это новости Прима. Мы продолжаем. До главного спортивного события в истории Красноярска остается буквально полтора года. В городе активно продолжается строительство спортивных объектов. Большинство у них будут сданы в 2018 году. Кроме того, реализуется волонтерская программа. Планируются эстафеты огня. В общем, город кипит, город готовится, и осталось-то совсем немного. И вот к нам пришел руководитель дирекции зимних игр 2019 Максим Уразов, чтобы как раз рассказать о том, чем город, собственно, и кипит. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Добрый вечер. Ну, расскажите, вот у нас, получается, осталось буквально полтора года, но мы недавно отмечали 500 дней. Ну вот, собственно, давайте уходящий год проводим вот про это событие, а потом поговорим о будущем. Как, собственно, проводили эти 500 дней? Ну, что на самом деле, 500 дней – это не то чтобы праздник, это есть символическая контрольная точка, когда это позволяет, с одной стороны, привлечь внимание к предстоящему событию. Это событие, которое должны знать во всем мире, и национальные федерации по видам спорта, и сами спортсмены. Поэтому это было 500 дней, которые мы отметили. И было важно понимать, в какой стадии мы находимся. Все, что связано с программой строительства спортивных объектов, что связано с подготовкой персонала, инфраструктуры, плановой работы. Поэтому здесь это не была сверка часов. Мы поставили часы в Бобровом лагу обратного отчета, так как наш компания «Норильские Ники» генеральный партнер. Это было очень важно. Было большое количество волонтеров, было большое количество позитива. Но больше это была сверка часов. Что нужно еще сделать за оставшиеся 500 дней, чтобы качественно подготовиться к проведению 29-й Всемирной Зимней Универсиады? Ну, заодно и праздник получился. Ну, и заодно праздник. Как, чем больше праздников, тем лучше. Волонтеры активно включились в подготовку к этому мероприятию. Было большое событие. Ну и сейчас мы получили одну из достопримечательностей Красноярска, когда можно прийти в Бобровый лог, сфотографироваться на фоне часов с семьей. И все красноярцы все больше и больше пользуются этой новой. Я думаю, да, Инстаграм кишит этими селфи с часами. Да. Как раз про вопрос инфраструктуры. Да? Сейчас, понятно, спортсмены готовятся к стартам, но нам-то, горожанам, самое главное, да, что будет с самим городом, как идет сейчас строительство объектов, ну и сама инфраструктура. Вот ну, про это давайте. Как Универсиада, мы понимаем, что это большой повод для ускорение развития города Красноярска, и мы получим 34 объекта, которые будут получены в городе Красноярске. В первую очередь, конечно, это спортивные объекты, их 22 объекта. И вот мы сейчас организовали экскурсии для жителей города Красноярска на объекты. Можно уже смотреть их очертания. Вот арена на Партизана Железняка, уже видны ее полностью контуры. В ближайшее время будет введен многофункциональный комплекс «Сопка». И приезжали представители Федерации фристайла, говорят, такого, что происходит на «Сопке», такого уровня объекта нет. А в России это очень важно для развития вида спорта. Хоккейный клуб «Енисей» получит уникальное спортивное сооружение, крытый каток на 5000 мест, хоккейный большой дворец для хоккея с мячом. Все спортивные объекты, они начинают уже вводиться с начала года. Большой многофункциональный комплекс «Радуга», лыжный стадион с 50-метровым бассейном. Это все наследие для красноярцев. Очень важно, что все объекты расположены во всех микрорайонах города Красноярска, и каждый житель получит объект в шаговой доступности и может им пользоваться. Важно развивать также и транспортная инфраструктура. Будет новая развязка. Вот на улице Волочаевской все красноярцы, мы ее ждем. Это Универсиада, это ускорило этот проект. Да, сейчас есть некоторые трудности, но как только дорога заработает, Красноярск будет, все будут двигаться по-другому и на работу, и на саму Универсиаду. И самое главное, дорога никуда не денется, она останется после Универсиады, и мы, жители города, будем ей пользоваться. И будет легче с Октябрьского района добираться. Да, но это будет вообще другая логистика будет в городе Красноярске, это очень важно. Важные медицинские объекты. Мы получаем три крупных медицинских объекта. Это больница скорой медицинской помощи. Уже вот в ближайшие месяцы будет она введена окончательно. Поликлиника Сибирского федерального университета на 400 посещений в смену. И краевая клиническая больница. Это тоже большое наследие по здравоохранению. Все объекты сейчас находятся в графике. И весь 18-й год, это будет год введения объектов в эксплуатацию. Вот уже один из объектов, который не включен в перечень, но является тоже долгожданным и важным. Это наши ворота в город Красноярск, аэропорт Емельянова. Буквально вот он в конце года будет введен. Это является важным объектом и для обычной жизни, и для, в том числе и для тестовых мероприятий, и для гостей, которые приедут в Красноярск и увидят современнейший терминал и скажут, да, Красноярск меняется и является современным городом. В общем, 18-й год, год открытий будет в Красноярске. Год открытий. Понятно, что событие действительно историческое для красноярцев. Хочется оставить свой отпечаток, да, там, каждому, например, гражданину. Как сами горожане, в принципе, могут в этом поучаствовать?
участвовать. Ну, горожане, не только спортсмены, да? Да, они могут заходить в разные форматы, и мы таких форматов все делаем все больше и больше и больше. Есть, конечно, красноярцы, которые еще ждут и вот как-то относятся скептически иногда к проекту, но те, кто включается в проект, получают от него большое количество позитивных эмоций. То есть у нас запущены уроки универсиады, когда можно в школах включиться в этот проект и включиться в универсиаду. У нас запущен проект 50 на 50, когда можно выстроить команду поддержки той или иной страны. Это тоже мы работаем со школами. Это как было на чемпионате, да, мира. Да, чемпионате мира, да, и это был очень хороший эффект. И мы сейчас этот проект дальше будем тиражировать, в том числе на чемпионате мира по футболу он может быть использован. Например, подарок своими руками. Мы сейчас запустили тоже социальный проект, когда можно подготовить подарок, он будет качественно упакован, и спортсмены могут получить такие подарки. И мы тоже такие проекты запустили. Но ключевыми направлениями это все-таки мы считаем, это первое, это волонтерский блок. Это большое количество, и про волонтеров можно отдельно разговаривать. Второй блок это специалисты. Мы сейчас запустили большую программу подготовки судей, работы на объекте, и большое будет количество людей, необходимых временного персонала. Третий блок это лицензиаты. Все, что можно, связано с брендом компании. Очень большое количество красноярских компаний заходит, получает это право и включается в подготовку именно к универсиаде. Ну и так можно перечислять до бесконечности. В частности, вот у вас даже было сегодня в новостях, мы запустили конкурс аккредитации кафе. И это тоже элемент включения в подготовку к играм. И уже многие рестораторы откликнулись и говорят, что да, мы готовы пройти эту аккредитацию и готовы что-то новое предложить для универсиады. Кто-то новое блюдо, кто-то новый напиток, кто-то готов удивлять их сибирской кухней. Ну вот там, кстати, одно из условий, чтобы была русская кухня. Да, раз, да, да, да. Но есть еще и сибирская кухня. И многие гости, приезжающие к нам вот уже сейчас в рамках каких-то инспекционных визитов, они говорят о том, что в Красноярске очень качественная кухня, очень хорошие рестораны. И это тоже можно показывать нашим гостям. И вот включаются и, как обычные люди, школьники. Вот сегодня мы, кстати, проводили первое театральное представление для детских садов, когда Юлайка рассказывает о видах спорта детям в детских садах. То есть мы представляем весь диапазон включенности, можно включаться в проект. От детей до представителей бизнеса и взрослого поколения. Угу. Про волонтеров вы как раз вот с них и начали. 5000 волонтеров, да, если я не ошибаюсь, готовится, да, к универсиаде. Как они готовятся, как им стать и как они будут выглядеть? Важный вопрос. Я когда был на универсиаде в Алматы, там ходят люди в зеленых куртках, и ты сразу знаешь, что это волонтеры. Вот у нас что-то подобное будет. Ну, у нас, конечно, волонтеры, 5000 волонтеров. Очень важно, чтобы это были отобраны профессиональные люди. Мы, в первую очередь, делаем, конечно же, акцент на красноярцев и жителей Красноярского края, но международный проект, и у нас уже идет большое количество заявок. Уже из 17 стран пришли заявки, и уже заявок около 17 тысяч. То есть это большое количество. Но поэтому еще заявочный процесс идет. Заходите, регистрируйтесь на сайте, оставляйте заявку. Будет проходить большое обучение. Человек должен ответственно к этому подходить, потому что волонтер – это не просто волонтер, это большая ответственность, это большая специфика. И волонтер находится всегда на передовой, его встречает спортсмен, приехавший гость. И от его эмоций, от его знаний очень много что зависит. Они прямо с аэропорта, по-моему, провожают. Они во всех сервисах будут представлены, как встреча, проводы, размещение, аккредитация, спортивная программа. Волонтеры будут везде. И, как вы правильно сказали, они все будут в одинаковой форме. И такое будет ощущение всегда, что ну, на любом крупном мероприятии, что волонтеры, они везде, и они присутствуют. Поэтому они будут выделены в униформе. У них будут особые сервисы, это специальные шаттлы будут организованы. У них будут бесплатные доступы на объекты в определенные зоны. И это вообще будет отдельная мотивационная программа. Ну и вообще волонтер, вот эту тему раскрывать, мы не ждем не только молодых волонтеров. Вот тут есть некий стереотип у многих людей, что думают, что вот волонтер – это студент, которому нечем заняться. Нет, мы очень много ждем волонтеров, профессионалов. Я тоже хочу это подчеркнуть, внимание, нам нужны люди, которые умеют... Который был опыт, который, да? Ну, не только опыт волонтера, но, например, если вы работаете в какой-то логистической компании и так далее, и вы бы хотели просто поучаствовать в играх, вы можете стать волонтером, и это тоже очень часто принимается в современной практике, когда люди, профессионально занимающиеся тем или иным видом, смогут стать волонтерами вот именно в этом блоке. Ну и самое главное направление, это все-таки так называемые серебряные волонтеры. Это волонтеры старшего возраста, и я тоже, мы работаем и с советами ветеранов сейчас тоже приглашаем. Приходите, это большое, важное. Такой получается обмен, когда и молодежь, и люди в возрасте вместе проводят одно дело. И это и очень большие эффекты. Мы это проводили уже на чемпионате мира, который был у нас по ориентированию. И это на крупных мероприятиях проходит. Поэтому, если вдруг вы не молодой, но готовы включаться, заходите, регистрируйтесь. Не стесняйтесь. Да, не стесняйтесь, вы от этого получите большое удовольствие. В общем, прикоснитесь к истории, что называется. С волонтерами понятно все, но 500
дней, вот был как праздник, а вот еще какая-то программа именно просветительская, такая культурная вообще готовится к университету? Да, конечно, это отдельная культурная программа. Буквально вот сегодня в правительстве рассматривался вопрос как раз по культурной универсиаде, по эстафете огня. Недавно состоялся организационный комитет на уровне правительства Российской Федерации. Была утверждена эстафета огня, которая пройдет по 16 городам России, которая пройдет во всем крае, в нашем Красноярском. Отдельная культурная универсиада. Мы с Министерством культуры очень плотно работаем. Все культурные площадки будут задействованы. Предполагается, что будут спецпроекты. Сейчас обсуждаем спецпроекты, связанные с КВНом, с экстремальными вещами. Поэтому здесь очень важно показать, во-первых, нашу специфику, специфику региона, но и также, чтобы сюда еще приехали крупные культурные проекты. Например, мы там сейчас обсуждаем такой проект, может быть, я раньше времени скажу, но обсуждаем привоз некоторых картин Сурикова в Красноярск, которые находятся в выставке в Москве. Это может быть также большое событие и для самих красноярцев вживую увидеть картины Сурикова в Красноярске. Много таких идей. Все спортивные площадки будут задействованы. Отдельный будет парк Универсиады, который будет размещен на площади Мира. Это тоже будет отдельная площадка. Поэтому задача не только провести спортивные мероприятия, но и показать и гостям, и самое главное, жителям города Красноярска сделать праздник культурный, творческий. Поэтому, опять же, те, кто нас сейчас видит, если есть желание, у кого-то есть номер, у кого-то есть свой коллектив, у кого-то есть какой-то идея и проект творческий, не стесняйтесь, заходите к нам на сайт, обращайтесь в дирекцию, мы обязательно найдем к вам применение. И люди такие постоянно к нам приходят. Я уверен, что сейчас смотрят творческие коллективы. В двух словах, контакты. Контакт всегда простой, очень самый. Заходите на сайт КРСК-2019, и вы найдете там все контакты в соответствии с профилем. Либо вы хотите стать волонтером, есть отдельная ссылка, заявить культурный проект, отдельная ссылка. Сейчас вот мы запустили проекты, связанные с экскурсионным тоже направлением. Все, что связано с экскурсионным направлением, заходите на сайт, заявляйтесь. Мы будем рады всем инициативам, потому что спектр подготовки к играм, он не заканчивается на строительстве. Он охватывает практически все сферы общественной жизни. И волонтеры, и творчество, и питание, и лицензирование. Очень много направлений. Заходите, мы будем рады каждому. Вот вы сказали про питание. Много у нас будет гостей, понятно, и спортсменов, и не только, и болельщиков, в общем, и делегации. А где они будут питаться? Ну, на самом деле, это большая программа по все, что связано с питанием. И универсиада для нас чем важна, что она оставляет очень большое наследие в Красноярске. Еще раз повторю, что есть немного скептиков по универсиаде, но они всегда в конструктивных дискуссиях у них отпадают аргументы. Вот, например, благодаря универсиаде будет модернизирована система питания, и мы получим фабрику-кухню, которая будет организовывать социальное питание. Это будет краевое учреждение, которое после универсиады будет кормить школы, там может кормить больницы, детские сады по новой современной технологии, как это было в Казани и в Сочи. То есть это какая-то альтернатива нашим комбинатам? Сейчас есть краевой комбинат питания, он будет модернизирован, на нем будет производиться еда, она потом будет доставляться по особой технологии современной в деревню универсиады, там будет постоянно работать столовая для спортсменов, на 24 часа в сутки мы должны обеспечить доступ спортсменов, 3000 спортсменов, 5 видов кухонь, от национальной до там, азиатской и кошерной. И самое главное, что мы должны им показать многообразие, но после этого эта вся инфраструктура останется, которая будет использоваться для социального питания. Параллельно также мы будем предлагать гостям посетить, конечно же, рестораны, но это уже не для спортсменов, это для гостей универсиады. Для спортсменов особое питание должно быть и качественным, и безопасным, и все, что связано с калорийностью, там должно быть все выверено, потому что чтобы не было ни у одной страны потом претензий, что спортсмен не получил либо калорий, плохо поел, на завтра плохо выступил, здесь должно быть все максимально гостеприимно, качественно и безопасно. И сориентированно. Например, японец приедет, ему же суши подавай. Поэтому вот это многообразие такое будет. Но самое главное, чтобы они могли оценить кухню сибирскую, это самое главное. И вот та инфраструктура, которая будет создана, она остается потом и будет использоваться в первую очередь для школ красноярских. Это позволит повысить качество питания в школах. Угу. Кстати, мы вот как раз в Алматы казахской кухни попробовали отлично. Еще такой вопрос. Когда у нас получается, будет организована система питания, естественно, разные там рестораны включатся, да, подключаются бизнесмены. Они на универсиаде делают бизнес. Есть и недобросовестные, да, вот эти предприниматели, которые наносят символику универсиады, тем самым продают свой товар. Но вот есть и лицензиаты, как вы говорите. Что с бизнесом, как он будет контролироваться? Ну, на самом деле, это такая, для Красноярска это новая история. То есть на старте, когда мы запускали проект, многие думали, что я люблю, беру логотип, куда его хочу размещаю, и с помощью него продвигаю продукт. Это не так. Полностью все авторские права зарегистрированы, и это является международным брендом, который мы, как дирекция, и охраняем, и продвигаем. Поэтому мы
с помощью этого бренда проводим конкурсы. Коммерческие компании заявляются о том, что получают право наносить логотип. Кто-то на кружки, кто-то на магниты, кто-то на конфеты. Сейчас у нас бирюсинка вот к Новому году. Вот всем информирую, что у нас уже на сайте запущены продажи. Бирюсинка делает красивейшие елочные игрушки с логотипами универсиады. Как раз следующий год – год собаки. Поэтому можно использовать вот логотипы и покупать и такие подарки. Проводится конкурс. Лицензиат получает официальное право. Мы это право подписывается соглашение. И он официально имеет право производить продукцию с логотипами универсиады. Но параллельно мы с правоохранительными органами ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями. Многих уже? Ну, десятки. Уже есть таких заявок. Мы ведем профилактическую работу, разъясняем о том, что этот бренд защищается. И для того, чтобы его законно использовать, то есть нужно пройти определенную процедуру. А вот с ними что делаете? Вот нашли нарушение? Ну, есть профилактика, когда кому-то недостаточно просто письма, разговор. Ой, я не знал, люди извиняются и проходят нормальную, правильную процедуру. С кем-то приходится делать предписание, на кого-то мы подаем в правоохранительные органы. Еще до судов не дошли, но этапы, они все законом прописаны. Мы будем максимально оказывать содействие тем, кто легально, кто законно получил этот бренд и его использует, и их все больше и больше. Вы можете сейчас зайти на интернет-магазин и посмотреть красноярские лицензиаты, которые сделают первую продукцию с символикой универсиады. У нас буквально полминуты остается, Максим Сергеевич. Ну вот, осталось до Нового года буквально меньше 3 недель. Что будет ближайшее, вот что мы увидим в преддверии универсиады 2018? В преддверии универсиады мы увидим большое количество, еще больше и больше работы, еще больше город будет меняться. Будут много сложностей, я вас уверяю, но мы их вместе сможем решить с красноярцами. Будут вводиться новые объекты весь 2018 год, и красноярцы могут реально оценивать, как меняется город. Будут тестовые мероприятия, будут десятки тестовых мероприятий. Приходите, смотрите. И самое главное, включайтесь в подготовку к универсиаде. Каждый красноярец должен найти себе какую-то роль, место в универсиаде. Ну, либо хотя бы стать зрителем тех спортивных баталий, которые пройдут рядом с домом. Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии был руководитель дирекции зимних игр 2019 Максим Уразов. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Спасибо большое. Ну и новости Прима на этом все. В студии был Давид Абажан.